В многопрофильном лицее уже приступили к ремонту. Здесь полностью отреставрируют спортивный зал. Заменят и полы в школьных коридорах. На эти цели из областного бюджета выделено 3 миллиона рублей, поскольку многопрофильный лицей участвовал в областной целевой программе «Развитие и модернизация общего образования». В рамках этой же программы в направлении школы как ресурсный центр будет закуплено оборудование для пищеблоков. Это педагогический лицей и городская гимназия. Соответственно, там будут сделаны работы для того, чтобы это оборудование установить. А в 10-й школе к 1 сентября установят специальные пандусы для школьников с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности по различным программам из областного бюджета выделено около 20 миллионов рублей на ремонт в димитровградских школах. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.